Пол дракончиков. Вакати. Ладно, не кильте его, пока не собрал в ту кучку всех. Потому что у него зубы и все, да не цены. Просто я вот когда начинал Вовку играть, вот на Личе, я был в гильдии, в которой... Ну просто тебя отхуесосит, если ты не укусишь, блядь. Я поэтому поставил Вуду, и все, я всегда ставлю Вуду, проблем нет. Короче, Саня, сейчас... А какой тебе шмот еще на реакцию? Там сгнили. А сколько мы уже идем, блядь? 2 часа? Да, Вайди? Ну, ссылка. Зубы дать его как-то, наверное, решить его как-то. Пояс, и все, да, два пояса. И типа, сам я болтов мало, короче. Надо ханты пояс, смотрите, не надо. Стрелька 10. Умли 10. Индивид, 100, дальше. Так, индивид, забирай, забирай, если ты так. Пусть у меня имперец, ты тогда с ним будет. Еще какой-то шмот надо, сам Дикар? Я ничего не буду, это, короче, палка, лапы, это обуви, это шея. Токен есть, короче, они нету токена. Меч есть, надо меч? Не, может такой был. Надо ко мне, меч тебе надо, нет, не знаю. Там на креста нету токена. Да и есть у креста токена. Раз, два, три. Есть это? Три токена. Ну, не один на креста можем. Это что? Ну все, тут тоже никому не надо. Да? Ну, можно мне чисто так проходной поносить на время. Один токен можно на креста. Еще не нужны его сюда, и открыть. 20 минут до лута следующего. Че, обмен кидать или? Да блядь, давай проебашим 20 минут. Дипэ надо кому? Давайте быстрее. Только по моим спеку, что вы одели. О, ты аутфекты. Ну давай, дипэшки больше, меньше. Вы в равных условиях. Ох, мои пухи, не хотят ее. Не знаю, давай мне. Сейчас я найду, где ты есть. Я вам тоже на туне ловится. Да мне нужно, чтобы на НЦ поделить больше. А чё? Плечи поломало, не падает. Новые вагоны хилы, честно. А что там падает? Ну да, не хотели хилить, блять. Вам уже съесть. Чё вот это за ЕПшки, вот, 20 минут, чё-то нам не можем, не ебало. Надо к нему? Нихуя, перекатываешь, а пьют прикольно. Ты что, дурной? Неудачно ты решил написать. Некоторые люди, как будто он нахуй. И потом. Ну кто ты на успех надо кому? Я не знаю, я просто внутри туда идешь. Ладно, все валяется. Все. А, короче, у нас минус один сейчас. Красователь, ты грабили или тебе надо поменять? А, так, что там надо? Саня, ты в игре? Они в другом вроде 10 должны быть. А, они, чё, ты... они пошли в тюрьму, да? Да. Ну охуенно, как я потом перебил? Вообще кайф нахуй. Ну, что? Ну у нас на замене куча людей, зови их, если чё, кикай. Они есть замены, там кто сидит, так что зови их сюда обратно. Так, Стрель сейчас уйдет. Давай, Женька, нахуй сюда тяни, блядь. Женек, нахуй, сидит. На присте время идет. А пока, когда дыхание начинает ловить лучше? Нам поможем, блядь. Я...
Два. Сколько там? Четыре надо их, по-моему, да, поймать? Но... Три ловишь сразу, четвертое ловишь, блядь, по-моему, на, ну, перед фазой, сколько там, на 40%. Типа... Значит, можно поймать на второй фазе, просто поймать 4. Ну, да, пошли. Вторая фаза 35%, правильно ж? Угу. Ну да, насчет 40% ловишь четвертое дыхание и все. И там, по-моему, тебе 6 минут дается, ну, спокойно она убивается. У кого сопроты? Все, я вышел. Начислил себя. Да, я начислил. Спасибо за райд. Пока. Эмобой, короче, и... Ой, бля. Просыватель, что ты? Разлагал, да? Давайте сопроты, кто там? О, блин, вот стоит. Да, МС Бонд, у него сопроты. Сопроты уже не буду скидывать. Два я еще тоже вот не собрал. У меня 9 штук упало. Вот после таких слов происходит пиздец. Я извиняюсь, тут. Вот, блядь, вакати, хорошо, сейчас пекнемся. Короче, у фолов можешь шароебиться, я... Пойду. Или нет, иди ты танчи, а я буду шараюсь до второй фазы. А что вакати с грани, говорит, не вытанчит. Так, ему надо просто дыхание. Тыкните на шкаф. Ну, держа грань в руках. Я не понимаю. Пускай бегает на второй фазе, наконец лопает дыхание, чего. Не, а менять, как он потом у тебя будет? У меня ж там еще больше урона вроде прилетать же будет. Повышенный. Подожди, не там кошмары бегать с грани туда-обратно на коне и все. Нет, так это я побегаю, просто что все равно придется второму танку нормально танчить, типа, а не мне. Будет два танка, ты бегаешь просто как не пиши без. Ну, так я за это вас хочу. Придется торговать. Короче, я не понимаю, ты делаешь квест, да или нет, блядь? А я буду умею... делать. Буду. Да, но... Делай там. Танчу. Мы с тобой отдаем. Не буду я к этому. МТ что то? А пока. Нет, давай теперь ты МТ шишь, а я побегаю. Я гранобор больше, что вам терпит. Ой, блядь, начинается вот это. Ну, блядь, пацаны могут ебать нормально по боссу, поебал, еще просто гладить его будут. Давай, рыбу там все есть. Поехали. Рыбу даю, даю. Рыба стоит. Ну, где ты лед, Иван? Короче, бля, напомню, ребята. По две метки в одну. Первый, там в вакате, короче, отойди. И Майлик, отойдите, возьмите лед сразу себе. Ваня тоже, не знаю, на подстраховке. О, короче, вакати ты даешь первый, Малик второй, Ваня ты еще страхуешь, это на глыбы, когда мастера будут давать. Там же мастера, оно хватает, правильно? Правильно. Чек на пул. Все, тогда пуляй. Я, бля, думал, советую покликать, еще на халяву.
ты что, ебанутый, блядь. Что за там бегает, братан? Будет воздушный пару сникер открыть. Фридом попакал, да, рантик, хоть умер, да ничего, блин. Под лицо зашел. Вылезли с леметочкой. Втроем в одну. Ну что, стрите втроем, алё, блядь, кто это там? Пал, ты, Пал, ты что? Падай ты нахуй. Тут сразу не со мной не задел. Я забыл эти факты. Сказали, пата, чё стыки там долбить эту хрень? А Катя, ты вообще на коне можешь бегать, ебать, чтоб быстрее бежал. Что угодно. Вы, блядь, что, не видите метки с своей головой? Я не понимаю, блядь. По два человека метку, нахуй. Отдаетесь, и вы, типа, мастера уры, блядь, передуете. Макати первый, Малик второй, типа. Он такой, первый дает кубу Акати, дает, типа, на метки, когда они ебашат. Второй Малик. Напоминаю, блядь, если вы бежите и встали вот здесь меточка, блядь, и вот здесь меточка, вы убьете, блядь, и левых, и правых. А если уже, блядь, затупили, так бежите хотя бы где-то, не знаю, в ромб, в трусы, блядь, подальше от вот этих меток. Каску под ЭК дайте. Пороги каску. Пожалуйста, надо быстрее. Орешка, что не хватает? Все, пуля. Не паникуйте, бля. Босс первый фаз должен убиваться, вот, смотрите, проходить очень изи. Вторая должна быть напряжена. На первой вообще их не должен играть. Лапу дайте. Да, друзья. Да, а пока он не бежит, ну, у меня есть способ уже. Тут, да, дверь босса. Кого? Блин, наискосок побежи, когда поворачиваешь босса, а не таким, блядь, кругом долларам. Нормально. Много не стакайте. У тебя будет воздушная фаза тоже. Убежали. Фридом сразу уход, давайте по покалу. Нет, ты смотрите, вынесли сразу. Мастера вот.
Нет, это можно на, короче, фотки или как-то взялся. Думаю, что тут нейтрально. Да, конечно. А там что? И, блядь, дурдом, нахуй. Выходи, ловить. А я тут уже стою-то. Да глыбу разбейте, блядь, нейтрально лучше. Давайте ближечки, блядь. Есть там? Павел умер, блядь, ты Женька, Женька. Я хоть завис. Не бар. Здесь ваше вторжение не окончится! Никто не берите, нет. Не двигайся. На справу. Мяу. У кого там кошак так рвется? Бля, выключите, пожалуйста, как тебе. Там кот брустит на кого-то, блядь. Выходи ловить. Развивайте. Наискосок, блин. Мне так нравится. Нравится мне. Жень, ты не отлагал? Слагал. Я думал, Андрей, вдоль варика так проверить. Да на второй пазл уже должен, на тебя не поменял. Беги, малыш, беги! Полтранки, давай, Блэр, короче. Да он тоже лагает вечно. Он сдох от притяжки, блядь. Метки поставили. Ну выбежи вперед или вправо, вообще поебать. На вправо. Там справа падает. У меня две мизы дебуэра, по центру падает. Все разъёбывает, возможно. Я буду вторая фаза, короче, приготовиться. Первый гром ставим. Орешкин гром. На пул там митил, еще пулт гром. Отошли орешки, смотри. Скинули, пошли стаком, видите. Вторую, мистер Бонд, трусы. Мистер Бонд на пузы шатовали.
Массейс, дай, короче, я тебе. Видите притяжку. Если будет место, короче, выносите ее в крест. В крест выноси ее, в крест, нахуй, иди гром. Все, вы разбиваете все метки. Метки разбейтесь. Следующую опять громко. Упор, нахуй, гром, пошел, с этими жирными. Кстати, Геру дай. Трусы вольт. Трусы стар. На пул запить это. Разбиваем? До 50% бейте, я не хуй, значит, мне не показывает, когда он когда-то у тебя. Разбивай, следующий. Разбивай. На этой. Трусы. На пол запрофейте агрессива. Трусы, блядь. Заром, спрячь. Заром. Максей, вода, короче. Все. Трусы? Да. Не, гром. Не буду это выводить. Ты это тоже гром. Он и гром. Отошли все к тебе. Иди я тебе говорю, я сбросил пахну. Я еще трясу. Ты че стоишь возле меня? Женек, на хп читай. Дневная. Гром, на фул засидите. А он устанет только после удара. Он уставает. СС может бейте, дать. Бейте босса. Стою. Все, сходите к нему. Живи там, прожимай. Давай. Тяжко, нам нахуй. Сторону выносили, 4 миллиона, я хуй не добьёте. Ну когда у нас сдохнут РДДшники, то тоже не должно быть, потому что если опять задыхаемся, мы проходим все в этих смерках. Так тут он как-то у него ранцы, стебеди, бля. Давайте сразу тупешьте сразу сюда, и фулл баф, и панем. Тебе должно быть все равно, кто где стоит, если они стоят в сапсах, это их проблемы. Дадут минус ИП, видимо, не тебе. Блин, кому-то надо? Ну или Даша, нет. Да не стрелись, просто давайте быстро бафаемся, пулем полетели. Либо поставил. Приста баф, лапы. В полах там БКТ стял, и вас стоит, не то, что я ее хочу сделать. Ну да, я хороший.
Вы заебали ПК-шу лежать, ну, ребята, вы что гоните? Да, у меня так же, не знаю. Тут телепорт, блядь, прямо сюда, нахуй, вы, блядь, хуйней страдаете. Вань, чего не хватает? Ваня? Четыре кнопки. Блять, Трианти, а ты че без сопрота? Он не поможет от притяжки. Молодец, хуй, блядь, чё, блядь, особо ничего. У ШП тучка есть. Упал бы себе. Вань, ты тут? Минус ему дайте, блин, ЕБ, для АФК без предупреждения. Ваня. А ты оттуда написал. Куда? Гулять! Гулять? Да. Я не услышал, но послышалось, блядь. Давайте только в сторону уходить тогда, когда там лямов 7-6 будет. Скидывайте стаки за каждой глыбой, блядь. Еще опять вайпимся. Кто у нас минус 3? Кто-то левый. Кто левый? Жесток. Блядь. Поверни брейк на хуй. Зачем? Да, зачем? Бот половина не работает. Мы падаем, да? Да. В одну точку сбегитесь. В одну точку. Женя, блядь, заебался ими нахуй вот этими каштанами. Да это я, блядь, тормоз нахуй. Короче, Женя пишет, что там два персонажа в рейде. Я, блядь, во время пула пикнул человека. Ну, давай вон тех всех тоже кикнем, чтобы вары не ливнули там. Там один вар сидит, ждет лича, он поход на поход. Дайте масрез. Да, вар лича ждет. Да не надо никому чего уступать, ребята, ну, надо на МРДДшнике сильно тут. Я тоже могу уступить. Думаю, все смогут уступить. Мне вообще съебаться уже надо, блядь. Кого не резнуло, вставайте, пожалуйста, быстрее и приходите. Какая-то фейк рыба, блядь. Ага, и не говори. Он новую поставил. Китайская, видать, походу. Хватит на
Ваня тебе минуснул за АФК. А не то, что он. Давай, Арчи. Пуля. Ну, как это работает? Я на ступеньках, лежу. Тихо, тихо, встали, метки вынесли, пожалуйста, похуй. Фокси, ты что, дурной? Я Бен. Под тобой лежу, если что. Да мне... Эх, как это было, я забыл. 5 секунд еще. Ламур, есть стайк свой? Нет, нету. Ну давай Бен по Ламуру. Сразу забафайте. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая мания теперь бессильна. Беги, малышка, беги. Жаль. Да вы, блядь, издеваетесь, но я хуй его знает. Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Кто чего, блядь? Ну ты стоишь там, где убивают нас. Здесь ваше вторжение не окончится! Никто не убивает! Придно по бокалу, дайте. Либо босс, ты в следующий раз покал, пожалуйста, твой поединок скосок по фрейму. А, где кругом. Можешь СС дать кому-то? Ну, вот кому дать СС? Я не знаю, ну все, дай он СС. Типа, я без понятия, блядь, никто не должен перепасть, вообще умирать.
Блин, дайте пока вам. Смотрите метки, пожалуйста. Сейчас двух старых фазы будут, короче, метки. Собирайте, пожалуйста, более всего. Сбрасывайте все стайки. Насырал. Право падает. То бишь сбрасывать стак, это означает, за все глыбы бегает. Это касается всех. Лево падает. Это какая, третья? Да, выходила вверх, выходила вверх. Только, пожалуйста, поставь, чтобы он не двигался больше остановился. Да он дурной. Ну, это не он дурной, это ты так бегаешь. Вторая фаза, смотрите, короче, первый ромб. Эксклюзив ромб. На пул его поднимите, щиток его щиткну. Не сбрасывайте станки, не лихать, смелите бить. РД бить по боссу, но стаки сбрасывайте. Энвиты в трусы, отошли все от трусов. На пол поднимите его. Бежали, дай массей, короче, пока. Да, да. Быть. Вот это есть этот ром. Сейчас брошу. Ебать. Там лица, да. Я не знаю, как это объяснить. Вот Хант, вторая метка, значит, да? Вот ты за первой глыбой скинул таинственную энергию. Если ты скинул, у тебя, значит, было не фулл хп. Если ты не скинул, значит, тебе минус. Если ты скинул, у тебя фулл хп, не фулл хп, значит, хилам минус. Вот. Ну, за 3 секунды показывает, что X8 таинственная энергия. Вот, значит... Возможно, значит, последний тик 0.5 на 9 секунд, ледяная аура 9000. Но это означает, что он забил хуй на то, чтобы за первой глыбой скинуть стаки. Значит, он либо не понимает, либо он специально это делает. Хан, ты что можешь объяснить по поводу этого? А, какой хат? Какой хант? Ну какой здесь? Вторая метка была? У кого нахуй? Я не помню, у кого там была. Просто я сейчас на этого, на Джеймса смотрю. Давай еще один трай, он все, один трай и тогда уходи. Какая нахуй освобожденка? Ты нуб что ли или чё, блядь? Да, ну это тоже. Сука. Один трай, если не убиваем, то я тоже полетел. Линканите ему нахуй таинственную энергию, блядь. Кто дуэль, блядь, давай со мной дуэль. Вообще-то, я попросил, вот мы травим, я говорю, сырайте, пожалуйста, более всего, то бишь, соответственно, блядь, бой нам сказал изначально, блядь, еще до этих всех пулов, заходите за все глыбы, сбрасывайте стаки, на второй фазе у вас вешаются дополнительные стаки, помимо обморожения и освобожденки. Эти стаки повышают вам урон, блядь, тикающий, и плюс взрыв от глыбы. Все? Надеюсь, все понятно. Он, походу, нахуй вообще не знал, нахуй, о существовании этих стаков, блядь. Ляшка, иди за чай себе, блядь, ты, там, пока ты пойдешь, это еще время нахуй надо. Своими, блядь, ебаными педалями поначарите себе, нахуй, ноги, и никуда отбежать не можете. Фулл баф давайте. Кристо баф. Блять, надо в правила прописать, что, блять, у каждого, у кого нету, блять, своих скорости бега, блять, все клыкары чарили, просто все. Джан, ты тут? Андрюх, я умер на ступенях, вот тут вот.
Видишь, я прыгал? Я на прыжок. Я на прыжок нажал. Так какой прыжок? Я ж не могу прыгнуть. Блядь. Да давайте потом нахуй с этой хуйней по видосу посмотрим. Пуляй. Ну да. Если ты, я тебе говорю, если вы жмете прыжок здесь, вас убивают в полете. Типа той точке, где вы нажали прыжок. Потом будете друг друга, короче, это. Смотрите, кто какой прекрасный, блядь, давайте сделаем нормальный трайк. Все, если друг убиваем, то плывем лича там до 20 человек. Если нет, тогда блядь, не будем, короче, трайк завтра это принесем. Ну, блядь, я понимаю еще вы стыбиди, блядь, который я хуй знаю, чем занимается мулок. Ну так я считаю ступенек, я не знаю, как я умер. Нихуя мулочь, поэтому и умер. Давай тебе обязательно. Каких ступенек? Вы посмотрите, где вы лежите, нахуй. Наверное, нажал КП и побежал к боссу, блядь. Выходил, идите, развивайте. Да, еще один плевок нахуй. Есть стать, тебя, Жан. Стаунти босса, Андрей, там апокал глыб. А, блядь, а ты че не сказал, что ты в глыбе нахуй? Есть так, повторяю. Нет, Андрюх, отвечаю еще раз. Короче, я Бэру Джанка, ты Бэри, короче, Лока второго. Бежали, выше надо бежать, блин. На 3-4 ступени. Короче, просто не паникуйте сейчас, спокойно бьем и все. Пожалуйста, только больше никто не умрите. Левым стоп. В этих профиль себя, если они сидят, я буду агрессивно профиль. Лыбор будет. Мы калечи. Некоторые. Беги, малышка, беги. Сбежали.
нас, конечно. Ты что, не видишь, куда падает? Ты второй раз ловишь уже. Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти трепещите, смертные, ибо ваша шалкая вода будет фаза перетолкнуться. Орешка, Бром. На пул его поднимите сразу щиток. Вот обратите внимание, нахуй. Стаки скидывайте. Это АФК с выбором, блядь, 4 кнопки в мирзону. На фул поменяйте. Отошли, отошли, я не буду набрать. Разместим. Моли, Фром. Веру дай. Выдно. По полу отделюсь, меня какого-то хуя заморозило, блядь. Ну, может, опять весь рейд стоите, не скидывайте нахуй. Рейда мне дали. Отделите, вынесите в трусы. Трусы вынесите, отделите все нахуй сюда. Ну, меня ебанутые именно. Пиздец, нахуй, вообще люди, блядь. Ну, вы вообще, типа, смотрите за игрой или чё? Она несёт туда метку, хули вы там стоите? Это пиздец какой-то. И чё, я скажу, проебалась, ты лишь мог это время. Ну, так откатили. А, ну, сейчас сработает, да? Да. Не, парни, всё, мне пора уёбывать. А как правильно откатить? Надо сперва релогнуться и... или... Просто время на компьютере откатить, все. Давай. Все, всем пока, давайте. Так, я вернулся. Саша, вы убили синдром? Нет, завтра выиграл. С рейда не ливайте. Кому лут не надо, кому лут не надо. И кому просто с рейда не ливайте, я ей память числюсь. Кому надо офнуться, просто офнитесь. Алик, ты дырчи. О, блядь, где это?